На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем, как страны Североатлантического альянса наращивают свой военный потенциал у наших границ. Польша и страны Балтии совершенствуют военную инфраструктуру, в том числе путем создания новых военных объектов в приграничных с нами районах. Создаются и формируются новые соединения воинские части, имеющие в своем составе современное наступательное вооружение. Данные обстоятельства говорят о том, что повышается уровень угроз в области военной безопасности Республики Беларусь и союзного государства, что требует принятия немедленных мер. Поэтому для обеспечения паритета в области военной безопасности, а также для дальнейшего сохранения мира, принято решение о создании региональной группировки войск сил на нашей территории. Ее основу будут составлять вооруженные силы Республики Беларусь в штатах мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации. Региональная группировка войск сил союзного государства является исключительно оборонительным проектом. В настоящее время решение о создании региональной группировки войск сил реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь, а также в целях снижения военной активности в приграничных с нами районах. В ближайшие дни на территорию Республики Беларусь будут перемещаться войска российской составляющей региональной группировки войск сил. С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите суверенитета союзного государства.